локоть в сторону. Да. Да. Больше вот прям вот так. Вот, 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 вот. Так, присоединяемся, присоединяемся. Понеслась наша фотосессия. Отлично. Да, бедра, 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 бедра больше. Шейку не ломай, шейка длинная. Вот так у нас происходит. Сейчас пока все внимание на Ире. Молодец, бери бедра. У нас несколько разных образов, привет Иркутску. Ну, о, конечно, о, конечно, о, это жена. Конечно, моя жена. А чья еще? Сейчас покажу себя. Отлично. Молодец. Ну, как-то так. Есть. Спасибо. Для журнала? Нет, мы делаем это для себя. Отчетные периоды, что происходит каждые 2 месяца. Мы же работаем над фигурой и стараемся, чтобы она была каждый раз красивее, даже в мелочах. Вот. Абсолютно верно. Если любимый мужчина рядом, то всегда хочется меняться. Это самая лучшая мотивация, которая может быть. Я зубки сделал, друг делал. Получаем за это деньги? Нет, мы на это, как правило, тратим деньги. Жена класс, я ужас. Ну, видите, гармония в мире должна присутствовать. Поэтому буду вам показывать красоту. Сколько стоит фотосессия? Милая, записывайтесь, смотрите ВКонтакте. В конце можем дать вам ссылки на нашего фотографа. Да, отлично. Детей нет. Кого не нашли? Меня не нашли? Привет с Украины. О, а, спасибо. Молодец. Какой размер у жены? 5,5, наверное. Вся фигура деланная. Сколько лет жене? 16. О, жена увидит голая, не противно. Нет, какой ужас. Она у меня загорает голая. Поэтому то, что вы смотрите, и кому-то нравится или не нравится, ну это же не наша проблема. Внешность моя не одобряется. Ну так ее и не требуется одобрять, она же моя. Главное, что вам нравится мое размышление, это уже неплохо. Отлично. Ревность же. Ревнует тут ты не уверен в себе и в партнере. А, соответственно, мы друг в друге уверены, поэтому все хорошо. Мастер секси. Спасибо большое. Да. И проводил мой быстро. Где попа? Попа есть. А костюмчик это вытягивает все вверх, и из некоторых ракурсов не все виден. Вот. Грудь уже сделала давно и уже не раз. Что за белье? Есть такой магазин Тет-а-Тет, и там много вот такой одежды для фотосессий, для ролевых игр, для всего. А кушаем фастфуды? Честно говоря, наверное, нет. Суши едим, а фастфуда нет. На Убутенах? Нет, на Убутены это что-то из Италии, но что-то попроще гораздо. Одежда? Это одежда для фотосессий, для специальных моментов дома. Как найти меня в ВК? Александр Шпак, заходите и находите. А крылья недавно появились? Ну, крылья нет, появились. Крылья появились. Да, стали черненькие. Вот такие вот. Как отношусь к фастфудам? Ну, иногда можно и поесть фастфуды. Поедем ли на тайские каникулы 3? Если будут и нас позовут, я думаю, что, скорее всего, да. Меня нету ВКонтакте? Да ну, бросьте. Заходите на мой YouTube-канал. На YouTube-канале написаны все моменты, где я есть. От Перископа, Твиттера, Фейсбука и ВКонтакте тоже. Борис сказал, что не надо фармы, но Борисову, значит, не надо фармы, я его поздравляю. Соски видны? Да, класс. Жена тату будет делать? Нет, не хочет. Да, мы, кстати, почти всегда вместе. А в YouTube-канале как тебя найти? Саша Шпак, вы как изобретите Саша Шпак, вы поверьте, что сразу выйду я. А, твое мнение о какой-то марке протеина не успел даже прочитать. Что значит фарма или натурашка? Я уже говорил, что это каждый решает сам. Так. MyProtein не знаю такое. Показать меня в зеркало. Это я. Как вам? Как мы познакомились с женой? Как мы познакомились? Провидением. Судьба есть.
показать бицепс. Знаешь, не дядя Сережа, что показывать вам бицепс. У меня бицепс-то так маленький. Жена похудела с тайских каникул? Да, конечно, на тайских каникулах мы были. Сколько мы были на тайских каникулах? Килограмм 74. А сейчас 64. Недавно видели меня в Петроградке, в Сбербанке. Да, иногда бываю. А, классный у меня перископ. Привет из Сан-Франциско. Сан-Франциско тоже привет. Грудь? Сосками? Ну, немножко эротики. Забанят. Кто? Ютуб? Пошел Ютуб в задницу. Не, на Ютуб потом попадет, не забанят, они же прикрыты. Как вы аминокислоты отношусь, не знаю. В общем, никак не отношусь. Аминокислоты давно не ем, потому что практически все это прессованный концентрат белка сывороточного. В лучшем случае изолят. Он состоит из аминокислот, но это не значит, что вы едите аминокислоты. Поняли мою мысль? Какие упражнения делать дома для хорошей осанки? Рыбку. И делать становую. У нас есть домашний канал для домашних, для домохозяек. Там, соответственно, показывают, что можно поделать дома, чтобы была хорошая осанка. Ну и, разумеется, задница. Да, вот иди, девочки, прямо вниз. Отлично. Угу. Томись. Становясь в кастрюле. Почему? С баллонами воды. Нет. У Маси нет татуировки на животе. Это просто такая сеточка, костюмчик. Что ж вы вопрос задаете? Чья это еще может быть жена? Перевернуть камеру. Пожалуйста, мне не жалко. При похудении мышцы не растут. Ну, практически, да, трудно достаточно это делать. Крылья тоже сеточка, да. То есть все, что сейчас есть, в массе ни одной татуировки нету, кроме перманента. На меня. Сейчас такой объемный свет. Кстати, чем больше поставите сердечек, их скоро будет уже миллион. Сегодня было, по-моему, 996 тысяч. Поэтому давайте, ставьте больше сердечек, и, возможно, ваше сердечко будет миллионным. Это будет классно. Сказать Масе, чтобы никогда хвостик больше не делал. Хвостик просто удобнее, а она вечером уже ходит полтора часа на степи и потеет неудобно. Вот остаться не для журнала, она для нас. Она будет у Маси на канале, и она это нас радует. Если я переворачиваю камеру, я не вижу, что вы пишете. А потом ругаете. Саша, мы тебе пишем, а ты нам не отвечаешь. Собственно, вот. Что не вредно? К лету не хотели подсушиться? У меня цель-то абсолютно другая. Я легонечко занимаюсь армом, качаю ноги, попу. И прямо вот так вот сушиться, ну не знаю. Не вижу я в этом какого-то такого глобального смысла. Все равно покрыт татуировкой, плюс-минус у меня несколько процентов жира не видно ни туда, ни сюда. Не, я не снимался в клипе. В России платят мало денег, поэтому никакого желания нет. Как накачать попу? Смотрите лайв-журнал для девчонок. Нет, грудь у нее не своя. Она только что тут увидела девчонку с большой грудью, отрезала ее и на суперклей поставила. Так что грудь чужая. Ну, губы у меня, да, губы у меня афроамериканские, считайте так. Как сбросить 2-3 кило жира за 2 недели, чтобы силовые остались, даже спрогрессировать? Добавить кардио, не убирая углеводы. Кардио добавить до 1.5 часов, и поверьте, что организм разгонится и начнет скидывать вместе. А вместе мы уже фотографировались, поэтому я успел выйти в перископ, чтобы показать что-нибудь красивое. Вот. Так, ну буквально еще минутку, и я буду выходить, потому что я тоже же буду фотографироваться. Ты выразил, чтобы она в порно снималась. Что значит в порно снималась? Смотреть, не трогать. Запомните, это самое основное правило. Когда кто-то что-то хочет, это его личная проблема. А вот когда трогает, руки ломаются. У вас же Эллен Дойер? Да, конечно. Стас один из немногих очень разумных тренеров с нестереотипным мышлением. Мысли гибко, объем знаний огромный, так что да, он молодцом. А кардио делать в день тяжелых тренировок или в другой день? Кардио делать вообще каждый день. То есть ускоряться. Что эффективнее, бег или быстрый шаг? На самом деле рваная нагрузка должна быть. Лучше переходить с одного на другого. Когда по рулингу буду рубиться, я думаю, что в первых часах мая, когда ручки сейчас восстановятся, а то как-то я такой вяленький пока после отдыха. Хотите эту девушку? Мася, тебя очень сильно хотят. Ну, видите, ее это радует. Так что, в общем, продолжайте хотеть. Смысл от этого кардио, это мясо жечь. Все, мы ушли, пошел фотографироваться. Ой, я попал с трусами. Зеркало.